Чувачки, у нас тут несколько треков, которые нужно заценить, конечно же, послушать. Так что давайте приступим. Это прослушка. Смоки мой гуф, вау. Наконец-то вышел этот трек. Яркие лучи легли на черный капюшон. Индустрия насквозь, вся очередь в упор. Бэнг, бэнг, бэнг. Если б я хотел лишь кэш, намутил бы уже с чем-то другим. 20 лет как один день и растворились как дым. Малая говорит, ты строгий папа. Вырос на моем узоне, но ты старше меня на год. Играю в казино с объективом, сыпа горло. Может слышал некий мол, 8 единиц. Уф, скажи. Дай-ка мне сказать, ведь я тут был и я всегда тут буду. Старый добрый, как всегда, один гуляет по ходу. Я живее всех живых, Вась. Я живее большинства из вас. Всех люблю, дайте шуму для гуфаки, мазафаки. Яркие лучи легли на черный капюшон. Индустрия насквозь, вся очередь. Бэнг-бэнг-бэнг, лицо под козырек. Кажется, этим котам сегодня крупно везет. Яркие лучи легли на черный капюшон. Off me. Смех, трачок. А? Слышь, твой смех, но звучишь ты. Ты прости, но мне до пизды. Кто ты такой, и откуда растут твои панты? Мешаем водку с молоком. Стакан и сиска секунд. Я тебя не знаю, но ты ведь со мной знаком. Ты прости, но мне до пизды. Кто ты такой, и откуда растут твои панты? Да, да. Вот вообще никак не ожидал. Басуха? Ну реально как будто ремикс какой-то. Чувак пробует себя во всем. Моему другу диджею это очень много. Понравится этот трек. Масса черного тмина. Oh no. У меня раньше был такой трючок. Мы стреляем друг друга, когда нарушаются правила. Он представляет. В последнее время у него какие-то странные релизы. У него был очень крутой альбом. Очень крутая пишка сказки. Но отдельные синглы это что-то непонятное. Это какой-то АСМР. АСМР. Как будто, знаете, вырезка из какого-то фильма. Чувак там просто сидел. А может так это и записывалось, он просто сидел, стучал ногой или чем-то и напевал в какой-то избушке зимой, в метель. Ну фиг знает, короче, я не знаю, что-то не зашло. Так, продолжаем слушать Big Baby Tape Air Day. Эй, эй. Звучок напоминает тайгу. Куда уж без англицизма. Ну, ничего нового он, по сути, не представил. То есть он же пропадал, его не было слышно и так далее. Я думал, он придет с чем-то новым. Но по биту все, в принципе, очень просто. По тексту точно так же. Все тот же тейп. Молодняк-то уже и ему на ноги наступает, так что... Да и старички уже обходят. Так что надо мутить что-то интересное. А такое я уже слышал. Так, Хаски Аферист, очень интересно, вообще жду какой-нибудь крутой альбом. Клип, я знаю, будет в сентябре с этими мешками, если в курсе, которые висели в Москве, там, на одном из институтов, клиники какой-то.
начало напоминает масло черного тмина. Ну, настроение прям его. Если бы мне дали начало послушать и спросили бы, что это, кто это, хаски или масло. Круто, продакшн, по-моему, этого White Punk. Крутой бит. Вот сейчас хаски. Сейчас да, можно узнать. Поначалу было непонятно. Хаски интересно слушать. Интересные исполнения, интересные тексты, какие-то темы затрагивают такие серьезные. И ну сразу можно не понять. Ну, лично я вот не сразу понимаю, то есть. Вчитываюсь в текст уже и как-то потом догоняю или смотрю там декодинги всякие и так далее. Очень интересный артист, по-любому все это дело летит в плейлист. Переходим к Курту 92, Бульвар Депо. Молодой андердог со старым андердогом. Тоже, короче, по-моему, с Уфы парнишка. Ну, у меня просто знакомый с ним как бы общается. И вот фит с Бульваром Депо, это, конечно, очень круто для него. Такой мрачненький тип. Темная тема, короче. Ну, это прям стихия Депошки. В тему звучит тут. Ну, Дупошка хорошо, хорошо, однозначно. Курт тоже неплохо. Первый раз слышу, слушаю. Вот. Ну, погонять в плеере можно. Трувер и Калия совместно. Песня дерзкая. В ожидании клипа. Думаю, что-то кочевое. И дерзкое. Не играй в дурачка. Сэмпл прикольный. Как будто на реверсе. Вот Кали вообще вот в таком стиле идеально слушается. Спокойно, нормально вообще. Как будто его тема, его стезя. Эти бэки напоминают фару. Шаришь. 2020 кончается, альбома нет. Но тема дерзкая. Круто, круто. Клевый припев. Крутые строчки. Дерзкий флоу у обоих. Оба хороши здесь. Кочевая тема, по-любому летит в плейлист. Красавчики. Аника и Салуки. Прикольно. Не ожидал вообще, если честно. Думал, будет что-то попроще такое, спокойное. Интересно, какой здесь будет Салуки. Тоже так вяло что-то читать. Так мало. Ну, из-за эффекта особо непонятно, что там, конечно, он пропевал. Но тема прикольная. Такой какой-то веселый, бодрый трючок. Но мне зашло, мне понравилось. Классная концовка. А сейчас, походу, будет что-то бешеное.
аранжировками удивляет. Круто, напоминает такого, знаете, пошлого моль, типа. Ну, что-то типа. Звучок крутой. Ну, само музло клевое. Вот именно вот то, что сейчас звучит. Такая уносящая тема. Короткий, оказывается, он. Отель забил. Давно хотел послушать, все как-то не доходил. Такое чувствую, как будто сейчас будет что-то спокойное, такое типа про любовь. Я в контуре с пацанами, ставил ставки, все на дрепчик бросил кости. Кенди кушает, Purple Haze, G13, полный кейс. Он нужен мне как витамины, детка, you know what I mean. Вот только я забил все те три буквы на заборе. Выпила вино, но тут мне я дымил, как приматорин. Круто, бит крутой, отель крутой. Мне больше нечего сказать. Очень круто. И концовка крутая. Класс. Идем дальше. И последний трек, скорее всего, на сегодня. Матранг Фас. Круто, вот круто же звучит. Мне нравится его флоу. Классное музло. Классный флоу. Мне нравится, как он играет, меняет исполнение. Мне нравится его подход. На этом все. Наконец-то я прослушал все, что хотел прослушать. По-моему, ничего не упустил. Возможно, что-то упустил, конечно. Если что, напишите в комментариях. Вот. Я доволен услышанным. Очень много крутых треков послушал. Добавил себе и так далее. Надеюсь, вы тоже. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Увидимся скоро. Всем пока. Check it out.